Что только что состоялось собрание фракции партии регионов, и на собрании фракция приняла решение, что учитывая то, что вы взяли власть в свои руки, и мы видим, что у вас есть все возможности сформировать и правительство, и выстроить структуры власти, мы приняли решение, что мы уходим в оппозицию. Уважаемые коллеги, мы вас відправили в оппозицию, народ відправив вас в оппозицию. А вы вибачайте за смерть и за убийство, за то, что страну раскололи. И кайтеся тут, а не сидите прежде всего. Совести немає. Слухай, сам идешь, Марий. Коллеги, я прошу успокоитесь и продолжите работу погоджувальної ради.